Привет, Соник. Привет, Эмми. Ты принесла новую душу? Еще чего? Ну, конечно же, принесла. Хорошо, показывай. Душа неплохая. Думаю, она подойдет. Да. Сделай так, чтобы она подлетела ко мне поближе. Хорошо, хорошо, Соник. Отлично. Сейчас я это и сделаю. Готово. Спасибо, Соник. Почему она все еще летает? Ладно, я пойду отнесу ее до этого маленького кролика. А потом решу эту проблему. Может, дам ему? Стоп, а как он драться будет? Ладно, я это решу. Хорошо, Эмми. Дома у Эмми. Так, как мне тебя называть? Ты же у нас теперь Экзе. Пожалуйста, зови меня Крем Экзе. Хорошо. Тебе дать какое-нибудь оружие? Или будешь просто бить до крови? Я не против, чтобы у меня была бутылочка отравы. Хорошо. И что это? Я просила бутылочку с отравой. Это тоже точно такое же, то, что ты просила. Только это игрушка. Ты будешь заманивать. Ну, в смысле, не Экзе, еще живого. Типа, слушай, привет. Давай я тебя заколдую, чтобы ты не превращался в Экзе, когда тебя убьют. Наверное, тебе поверят, а на самом деле ты его отравишь и сделаешь Экзе с первого удара. Ну, хорошо. Продолжение следует.